Энергетический спектр этого барьера такой же, как у того прислужника. Может, это и совпадение? Страж, сканеры показывают странные колебания. Гравитационные волны, и если их усилить, они нас просто в клочья порвут. Я определила три места, где волны сильнее всего. Отправляю координаты. Ничего не вижу, Слоун, но я... Ты слышишь? Какие-то сигналы? Сигнал пропал. Может, мне послышалось. Проверим другую точку. Побыстрей. Мне не нравится то, что я вижу. Хочу тебя торопить, но волны растут.
Доберись до точки, и мы отследим, откуда исходят эти гравитационные волны. Слоун, послушай сигнал. Слышу. Аманда скопировала данные и сейчас вычисляет источник. Источники. Их три. Иди выруби их. Это ритуал. Масштабный. Они действительно собираются расколоть эту аркологию на куски. Поступим с ними так. Thank you.
Пойдем, алтарь. Этот ужасный шум прекратится. Чем раньше, тем лучше. Мы этот звук на всех датчиках слышим. И ощущаем. Снесли алтари. Тогда дело плохо. Видимо, это были только передатчики. Ритуал продолжается. Нас трясет вверх, вниз и во все стороны. Мне нехорошо. Не раскисай, девочка. Гигантский кристалл. Он поет. Нейтрализуй. Thank you.
поет как кристалл. Они что, черпают силу друг у друга? Баланс восстановлен. Твои старания увенчались успехом. Мой желудок тебе благодарен. Есть безумная идея. Давай-ка ты пришлешь мне этот камень на анализ. Что скажешь? Один большой светящийся камень, как заказывали. Какой ты у нас красавчик. Ох, что я с тобой сделаю. Интересно, сколько поршней ты можешь запитать? Ускоритель Спэро, ясное дело, но как насчет телепортационных двигателей или... Не сомневаюсь, Аманда мне все расскажет о его применении. Но для чего он был нужен Улью?